Среднего роста, родился в рабочем районе и роста. Пацан то, что надо, и слесарь ударник. Он мирно трудился на одной из фабрик. Работал две смены, пахал что из бочи. И однажды ночью пацан рабочий, усталый, голодный, но гордый собой, пешком возвращается к себе домой. А дома ждал борщ и жена дурнушка. Потом пиво кружка, перед сном порнушка. В кармане получка, и он справит подарки жене и детям, но тут из-за арки нарушил нахрапом его приятные мысли. Не приведите на здоровый, как гризли. И спросил другим голосом, будто сквозь влад. Ну что, козел, получил зарплату? Погнали, немало народу сидит. Но этот был сведик, там уже не один. Бочек было трое, все отдеты. Упругие бицепсы, рука кассеты. Но деньги восьмёте, позорные гады. Подумал, скидры шестого разряда. Экзамен со мной, но вообще братва. И достало широких штанов, ключ на 32. Долетай, долетай. Долетай, долетай. Долетай, долетай. Яй-яй-яй-яй. Открою мозг. Сигнал под мозгом. Да я же местный, ребята, вы чё? Возбудился слесарь и потряс ключом. Ответы в ответ лишь пожали плечами и стали выписывать дички ногами. А слесарю тоже ведь парень не промах. Как выдаст вертуху в сандалях огромных. Ответы струхнули, а фиг его знает. Пацан, как бывало, ништяк заряжает. А слесарь тут раз такой ход конем. И давай мочить главаря ключом. И вообще обнажил заводские наколки. И дрогнули в страхе позорные молки. И типа текать, собрались спортсмены. А тут им навстречу ребята со смены. Их было немного, но где-то полцеха. Бандитам копает рабочим потеха. Пьет, 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 по болевым точкам. Пьет, пьет, по заточкам, по бочкам. И щелкнул по фигам на 245. Колбаски, бандитам, колбаски, ребята. Ответы бежали, лишь пятки свергали. Нашли газеты, пусты побросали. Такого конца никто это не ждали. Но парни рабочие их побеждали. Налетай, налетай. Налетай, налетай. Налетай, налетай. Яй-яй-яй-яй. Закарим мозг. Финал под мозгом. Ba-b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 a